Ну и трибуны, соответственно, тоже свистят. Ну, нехорошо, конечно, вышло. Скоки лежащим на газоне. Криштиану недоумевает. Не Коки это был, это Хавьер Манкильо. Ух, как неудачно приземлился. Но жестко здесь пошел Криштиану. А вот посмотрите, какое было приземление. Там на шею даже вот упал. И болезненно, конечно, это все может у Манкильо быть. И сразу, смотрите, медицинская бригада на поле. И, ну, разумеется, Криштиану непланомерно делал то, что он делал. И сейчас похоже, что... Вот, о-о-о!